Приветствую всех фанатов волейбола. Меня зовут Григорий Никифоров, и на ваших экранах уже шестая серия самого масштабного сезона волейбола от первого лица за всю историю канала. Официальный турнир первенства Новосибирской области. Если по каким-то причинам не смотрели предыдущие серии, то срочно исправляйтесь. Переходите по подсказке или ссылке в описании, ведь дальше будут спойлеры. Прежде чем начинать, хочу узнать ваше мнение. Как вам интереснее было бы смотреть этот чемпионат? Как сейчас, раз в два дня по одной партии? Или же раз в неделю, но зато полную игру? Очень жду ваше решение в комментариях. Вот доверюсь вам. Какой комментарий будет самый залайканный, так и поступим. Не забудьте подписаться на YouTube и Telegram. Наливайте чаек или кофеек, приятного аппетита и приятного просмотра. Макс специально дальним стал, да, чтобы... Почему? Расстановку кто писал? Ну да. Чтобы в два не нападать, все равно. Так, что там, Ром? Все нормально? На месте? Да. Ну, в смысле, моргает красненько, да? Ого! Блин. Довести! Ой, дождался! Это мой хлеб. Я думал, кисточкой попал. По-моему, вау, да, летел? Ой-ой! Все-таки эйс! Спасибо. Я. Мое, пацаны, простите. Я. Я. Давай! Конечно, считается. Хорош, Стас, хорош. Надо сильнее было. Макс, тут выбитый. Чуть взвешу. С хорошей доводки, все быстрее. Я. Побыстрее. Это была выбитая, да, Макс? Ты ждал чуть побольше? Долго оттягивался. Правее, парни. Хорошо. Эй! Давай. Играть! Такие быстрые даже Стас не забивает. Давай. Андрю! Блин, опять высоко дал, Макс. Играй! Аккуратно. Я, видели, пытался, да? Я, Макс. Блядь, мне уходи сюда страховать, или я тебе мешаюсь, пиздец? А? Не, я тебя, я оббегу тебя. Ага. Типа всегда. Ты уходи страховать, а я вширь тебя оббегу всегда. Да. Удобно было, да? Давай. Блядь, ты попал, я. Так, хорошо было. Отлично было. Да, Станислав. Да. Галочку поставили. Хорош. Вот это вот. Так нельзя. Так нельзя. Сколько он не забил? Все, два не забил. Правее. Пускай мерзнет.
Так же, как и атаку, блин, Стас. Ой, 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 Макс. Макс, 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 Макс. Макс, Макс, Макс. Со второй. Ай! Я. Гай, гай, гай! Все, давай, давай. Да, да, да. А? Я должен был играть. Макс, все, замена есть. Нормально. Ну? Пас чуть не летит, потому что 4. Ну да. Вот так. Думал, я хуёвый. Ага. Вот так вот, да? Пацан, я вас понял. Витёк. Жди. Один остался. И... Так я со второй. С двумя руками просто. О, блин. Давай, Витёк. Так. Играть, играть, играть. Довести. Сам пришел, Вит. Сам. Эй, хорошо, что в человека. Ебать, я в него и бил. Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн. Опоздал, Вит, очень сильно, когда сам довел. Смотрел, куда довел. Давай, давай, Макс. Сейчас включимся, включимся. Слышишь, да, меня? Да. Сейчас включимся. Или включимся. Она работает, все нормально? Да. А? Да? Да, да, да. О. Эй! Давай, давай. И я забыл. Макс потерялся. Макс потерялся. Моргает красненьким, да? Да. Да? Ну все. Жестко. Я. Ой, Колян, как раскрылся. Не надо. Я. Эй! Бей! А? Бей! Га! Выдохнули. Давай, съем. А. Забивать будешь? Согласен. Да, давай, давай. Блядь, близко! Эй! Блядь! Слава богу, перевалился у него этот мяч. Так, молчи. Он в попе. Аут, не было коса, не? Не, мяч, аут! Был аут. Правда, аут. Не было, но аут. Хорошо!
Давай, Витёк, хорош, прочитал. Ты там живой? Все нормально? Блин, прочитал же все, только бы поднял бы. Ой, хорош. Давай, давай, еще набирай. Хорош, Тас, махнул, что я прокинул. Молодец. Довести. Прям. Я. Моя. Гранат, 4. Играй. Хорош, страхуем. Есть, играй. Страхуем еще. Вот это слово. Давай. Мак, чуть пожестче прими. Не, все нормально. Там по линии как раз летел. Фу. Прови. Я. Хорош. Прыгай. Я. Дальше, Макс. Я. Хорошо. Не, передача сосочная была прям вообще. Ты чё? Да. По яйца прыгнул, потому что... Пойдет. Ухо. Эй! Качественно. Левее, парни, левее. Давай, защитки поднимем сейчас. Да? Поднимем. Блин, ну Стас! Да вот так ты сидел, потому что. Хорош, пацаны, хорошо было. Давай. Макс, не надо третьим, наверное. Да. А, не, в смысле. Нет, 3-0 надо, пацаны. Ой, Каян, браво! А видишь, можно, если бы это была последняя игра на турнире, можно бы из 5 сыграть. А так как еще 4, 3. Со второй связь. Хорошая. Так, ага. Сюда. Ой, хорош! Давай. Макс, подавай. Что-то начал палиться с передачей в двойку. У тебя прогиб еще раньше. Да? Ты прям встаешь вот так вот. А это хорошо, это я устал, наверное. Ну, то есть, ты говори. Сейчас попробую.
спрятать. А, ну потом, когда на первую линию Колян выйдет. И... Аут! Хорош! Давай! Давай. И... Давай. Я понимаю, там много было. Давай, 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 прием спокойно. Оп, оп, оп. Я. Ух ты. Ой, хорош. Привет. Что, без блока, да? Без блока. У меня мячик ровно падал, где стык как раз. Иди. Давай, Стас, доигровки на голове. С первой связи внимательно. Давай, 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 съем, прием, съем. И едем дальше. Я! Играть, играть! Хорошо. Заслуженно. Давай, давай, прием, съем, поехали. Расслабился Ром, да, маленько, давно не подавали. Я. О, хорош. Красава. И, давай. Давай. Оба. О. Хорош! Играй! Yeah. Играй! Можно, можно. Играй! Я. Не туда! Стас, не надо так! Встали! Выдохнули, все хорошо. Надо было хуярить. Все хорошо. Да? Да. Ничего, Колян, 4. Кроме дыхания все хорошо. Да. Хорошая подача, внимательно. Фу, блядь. Эй! Сука, спасибо, сильно сетки, под себя. Ну если бы ты не перебил сейчас. Просто под себя сидит. Все. Это было просто хорошо. Ты гнида маленькая. Слышишь, что? У меня висел в руках мячик, чтобы тебе пасовать. Да. А у него другое мнение было. Ну, и он сзади. Последний момент. Играть!
Страхуем? Пойдет. Аут! Тач был, да? Все хорошо. Снимаемся сразу. Я, я. Хорошо. О-о-о-о. Легко, да? Я до последнего смотрел, где руки. Хорош, хорош, Карен, спасибо. Узковато маленько было. Чуть-чуть. Зона на полторы. Давай, давай, Макс, еще выше, выше. Тут скоростной удар, ты между рук попал. Ну, блин, вот тут. Хорошо! Не успел оттянуться, да? Типа я сильно откинул от сетки. Он просто на блок не хочет наводить. Чуть-чуть подальше от сетки. Ты бы тогда его вколотил вообще нормально. Блин, ну может я косяк. Тоже вариант есть. Там, там, там. О, нет. Еще, еще. Да! Ой-ой-ой! Да-да-да! Ну вот и все. Есть первая победа на турнире. Лучшая студенческая команда, конечно, сопротивлялась, но мы оказались сильнее. Самым результативным игроком в нашей команде стал Бабахаджаев Станислав, набравший 17 очков. Напомню, что Стас является центральным блокирующим, а он мало того, что набрал больше всех в атаке, так еще и 5 блоков к этому добавил. Браво! Прослеживается стиль Лызика или Куркаева. Будем надеяться, что продолжит он в том же духе. А, да, статистика всех игроков встречи на ваших экранах. Кстати, мои 7 очков тоже выглядят неплохо. Очень жду ваш фидбэк по поводу формата выхода видео. Раз в 2 дня сериями или раз в неделю полными матчами. Напишите в комментариях. Огромное спасибо за просмотр и вашу поддержку. Ну а с вами был Григорий Никифоров, такой же, как и вы, фанат волейбола. До скорой встречи!